Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Дэдпул. Так, как вы помните, нам нужно найти две детали. Ага. Одна где-то там. Где-то здесь. Yo, Summers! I thought you said this was the way to go. Door's locked. What the hell, Summers? I learned it by watching you, alright? Так, ну что ж, дверцу он нам открыл. Давайте тут пробежимся, посмотрим, тут всякие бонусы лежат. Чуть-чуть осталось до молоточков. 20 тысяч, и я буду колотить их мясо. Фарш, делать из них котлеты, отбивные. В общем, что-то из них буду делать. Так. Мне кажется, молотки. Кстати, а какого фига у меня... О! Мне нужны мои любимые сюрикены. Почему я их сюрикенами называю? Как эти вилки называются? Cable can build anything if we just get him the parts. He can build sex robots? Remind me to ask. Так. Ну что ж. О, yes. Как же мне это нравится. Блин, жаль, конечно, что комбо всего 33 получилось. Мало. Мало, конечно, но ничего страшного. Враги, кстати, уже пошли такие более серьезные. Долго приходится их мутузить. Раньше были такие, что отваливались с одного удара. Сейчас что-то как-то... Ага, вон зеленая штуковина. Нам нужно это... А, и похоже мне надо сюда идти. Сейчас пойду посмотрю, нет ли тут ништячков. Ну да, естественно, нужна батарейка. Так, ништячков, похоже, нету. Tore this island apart, killed millions. Don't be such a downer. Опа, куда это мы тут залетели? Сюда залетели. Опа. Ох ты, ништячок чуть не пропустили. О, что-то тут хорошее лежит. Ага, батареечка лежит. Ну, я хочу ее взять. Так. Вот тут еще куча бонусов. А он не умеет по канатам ходить, интересно. Похоже, нет. Ладно. Возьмем, вставим батарейку. Оу, oh, yes. Так, теперь. Мне этой рукой... А! По-любому мне надо на нее залезть. Или сломать забор, что-то такое. Наверное, вот так надо сделать. Сейчас посмотрим. Ну да, походу, так оно и есть. Только как мне до той зеленой штуки-то добраться? Ладно. Пойдем посмотрим, что в этом доме. Оху, ребята! Ай! Кто тут меня контратакует? Оу, yes. Ну да, с комбо не очень вышло. Слушай, ты чё ты там?
Че он там, в самом деле? Я вот не хотел его убивать, так он меня вынудил. Оу, ес! Кто меня ударить смог? Да как так-то? Что-то у меня контратаки слабо проходят. Надо просто почаще нажимать кнопочку С. Вот так-то. Вот так-то. Нормально комбо, кстати, сейчас получается. А, ты еще? Я думал, я уже убил всех. Оу, ес. 77, ну чё, тоже неплохо. И да, мы набрали 150 тысяч. Точно, даже уже 100. И я хочу молотки. Я хочу эти... Оу, е. Уху! Да. Да, они, конечно, какие-то неповоротливые, но мне это нравится. Эй, я хочу открыть эту дверь. Да, теперь с комбо у нас, наверное, похуже будет, но ничего страшного. Я хочу играть молотками. У нас будет такой мясник. Дэдпул мясник. Так, ну нужно поломать, наверное, этот забор. Может даже не так. Если нам туда залезть надо, то где-то вот так, наверное. Я не знаю. А нам вообще надо туда залезать? Эй! Эй! Он повис! Ха-ха! Вы это видели? Походу сюда нам не надо залезать. Походу на... А куда нам надо? Что-то я тут не понял. Или нам просто надо было... Нет, мы же отсюда пришли. Ну да, мы отсюда пришли. Так, чего-то с этой рукой не так. Ну-ка, давайте попробуем еще. Я просто не пойму. Ладно, давайте вот так вот повыше ее оставим. Ух ты! Это как это я так сюда запрыгнул, ну? Да. Нет, туда явно не прыгнешь. Ух ты ж, блин, а? Так, а чё ж надо сделать? И туда не запрыгнешь. Блин, неужели весь смысл этой руки, чтобы сломать этот забор? Я вообще нифига не пойму. Мне это нифига не нравится. Там можно наверх запрыгнуть. Я понял, как надо ее поставить, эту руку.
Ее, походу, надо вот так поставить, чтобы он, типа, от нее... Вот туда нам, наверное... О, да! Только что да. Не, подождите. Нет, похоже, все-таки ее надо... Блин. Может, нам все-таки не туда надо? Ну-ка, сейчас попробую. Так, ну сюда я забрался. О, я даже сюда забрался. А мне надо забраться куда-то туда. Так. Оу, yes. Так, ну допустим. Блин, да что ж это за уровень-то такой? Я нифига не пойму, как его пройти. Эй! Куда ж там надо идти-то? Ну ты ж, блин, а? Может, все-таки до конца ее опустить? Что, две руки в нужном направлении? А их нельзя в сторону двигать? We need to find a way to get that part up there for cable. Yay! We turned on all of the sentinel arms. And how does this help us? Слушайте, мне почему-то кажется, что нам надо еще со второй рукой по теперь что-то сделать тоже. Так. Да, вот эта рука так поворачивается, видите? Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Что нам с этого? Нет, ну мы с... Мы с этой руки, наверное, сможем запрыгнуть на ту руку. Опять он завис. Так. Оу, oh, yes! Да! Это было круто. Так, что тут у нас вообще за комната такая? Или здание? Что это такое? Что ты сказал? Это где? Это вообще где он? Уху! Да, детка, мне это нравится. Да. Оу, yes. Нет, молотки, это однозначно круто. Да-да, куда идти, ты сказал? Так, тут ничего нет. F-кабель. А, ну туда надо идти, да, все правильно. Оттуда мы и шли. Ништячки. Нужно их подобрать. Так.
Found the first part! Woohoo! Excellent. You're one step closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Еще одна деталь надо. Ага, теперь нам надо идти туда. Ну, пойдем. Пойдем. Сейчас. Кто тут желает превратиться в отбивную? Two parts? Really? Hey, Rome wasn't built in a day. Мне хочется мяска. Хочется свежего мяска. Где свежее мяско? Почему никого нет? Оу, ес! Оу, ес! Блин, мне комбо испортили. Да, конечно, в каком-то смысле молотки немножко... Ой-ой-ой-ой! Молотки, конечно, немножко понеповоротливее будут. С ними, конечно, чуть сложнее. Сейчас здоровье только восстановлю. О, ребят, все. Вот видите, он... Я нажимаю С, а он даже не успевает порой контратаковать. Хотя нет, нормально. Нужно просто привыкнуть. А, это, блин. Да, надо просто к ним привыкнуть немножко, к этому управлению. Слушайте, а у меня неплохо так комбо уже идет с молотками-то. Я в шоке, уже сотка комбо, по-моему, это мой рекорд. Ай, 117 запороли. Почему у меня С не высвечивается? Видимо, он не всегда просто успевает сделать контратаку. Да ё-моё. Я тут попытался ко... А, блин. 12. Ай, блин. Давай. Сейчас полечимся. Блин, как-то все-таки молотки-то есть. Да что они такие, блин, неубиваемые, а? Ладно, я думаю, мы со временем сможем улучшить у молотков скорость атаки или что-то такое. Ух ты, этот стал резко убиваемым.
я хочу вот этого зафигачить. Еее! Они просто так прикольно в мясо разлетаются. Да ты надоел! Оу, yes. Блин, какой-то это, блин, я с боссом быстрее дрался, чем с этими. Хотя вот стоит у них уйти в бронику. Все, броника нет. Все, чувак, ты бессилен без своего броника. Оу, yes. Да, это было долго. Это было долго, но мы заработали. 50 тысяч мы заработали. И посмотрим, какие улучшения здесь есть. Так. Сила. Больше силы. Деньги. Счастливое нутро. Враги теряют кровь от ударов меча. Подождите, мне нужны вот эти улучшения. Вот. Ослик. Новая атака. Удерживайте Q. Новые комбо. Новая контратака. Блин, а мы можем пока только вот это взять. Ну ладно, я пока только вот это возьму. Да, я хочу молотки прокачать полностью. Итак. Ну, посмотрим, что нас ждет дальше. После этих бронированных болванчиков. Что нас ждет? Что-то тут никого нету. Что-то игра сохраняется. Мне это совсем не нравится. А, ладно, пофиг. Вон она! Вон она деталька. Это стелс-миссия. Блин, почему он не выстрелил? Ладно, стелс, пойдем. Мне интересно, как он с молотка его убьет. Он решил его башкой сыграть в гольф. Это было жестко. Так, ништячки тут надо подобрать. Блин, я думал, он его скрыто убьет. Ну вот. Сейчас пойдет экшен. О, мне доступны новые улучшения, только сейчас не самое подходящее время. Вообще не подходящее время для улучшений. Так, ну ладно, побежали. Вон тут батарейка какая-то или что это? Батареечка. Возьму батареечку. Так, а куда ее вставлять? Где здесь рука или нога? Или еще какая-нибудь часть, куда можно вставить батарейку? Что-то я ничего тут такого не видел. Че там прыгаешь? А, вот тут, то есть, можно запрыгнуть, да? Так, я сейчас запрыгну. Ой, зря ты тут машешь своими... Точнее, не машешь, а стреляешь со своего автомата. Полетай вон. Слышь, ты чё? Не, он упал и продолжает. Да блин! Ты вообще чё творишь, чувак? Ты мои молотки видел? Да, он какой-то бесстрашный вообще. Вот там ништячки лежат. Я люблю ништячки. Так, давайте посмотрим новые улучшения, которые у нас есть. Что у нас тут есть? Больше силы. Сколько стоит?
Блин, это опять эти. Вот. Стоит 10 тысяч. Покупаем. Все. Теперь они на 10 тысяч мощнее. Оу, я просто сейчас буду... О, как я этого не заметил. А. Оу, еще улучшения доступны. Замечательно. Да! Поставили такую жирную точку в этом диалоге. Ну что, нормально. Комбо выбили. Блин, мне, кстати, кажется, с этими сюрикенами все-таки нам побольше комбо давало. Почему опять сюрикены? Вот, блин... Приелось мне это название сюрикены, сюрикены. Так а что там тогда? Я хочу тогда туда сначала пойти. Мне ж хочется ништячки все собрать, чтобы ничего не пропустить. По-любому что-то пропущу, как обычно. А, тут ничего. Ну, хорошо. Так. Побежали, заюзаем эту руку. Ставить батарейку. Ага, вот. Вот где ее кабель. Ё-моё! Блин. Это было опасно. И чё, он открыл нам дверь в сортир? Всё? А, не. Подождите, я что-то нифига не понял. Вон, кстати, там еще ништячки лежат. Может, туда можно как-то залезть? Как он открыл нам дверь в сортир? Подождите, он стрельнул сюда. Может, еще раз надо стрельнуть? Оу, ес. Так я тогда еще раз стрельну. И еще раз. И еще разок. И вообще мне это дело нравится. Ну и контрольный в голову. Ну, второй контрольный добивающий. Ну просто уже радикально исламистский. Так, ладно. Все, харе стрелять. Блин. Я до этого сразу не догадался. Что тут нужно стрелять. Оу, е, ребята, ближний бой. Я обожаю ближний бой. И вы опять со щитами? Вы чё, офигели тут все? Они опять со щитами. Блин, ты чё там меня тыкнул своим культяпкой? Комбо мне такое сбил, зараза. Я для кого его собирал тут? 80 комбо. Блин, да как так-то? Хватит, да хватит меня тыкать своими ножиками. Ой, ребята, мне вас жаль искренне. Оу, ес. Блин, мне доставляет искреннее удовольствие эта куча мяса, которая вылетает к
Да, он машет этими молотками. Да, это по-любому мое любимое оружие. Тут даже вариантов нет. Только это. Больше ничего. Ножи там, эти вилки, это, конечно, все хорошо. Но молоты. Блин, это самое крутое. Кстати, там еще что-нибудь есть? А, нет, дальше только улучшения игрока идут. Давайте посмотрим, что тут есть. Задержи врагов своими атаками. Количество очков, конечно, я возьму. Так, это сколько? Это 35 стоит. Это еще 20%. Но мне хочется вот это взять. А на это не хватит? А, сейчас соберем. Фигня вообще. Фигня вопрос. Еее. Тут ничего нету. Походу, ну... Подожди тут. Зачем они там стреляли? Я ведь их ничего плохого-то не хотел. Как тут пройти? А телепортом можно пройти? Блин. Вот зараза. Так, значит, можно наверх пройти. Ага, сверху можно было пройти. Отлично. Так, все, ништячков больше нет. Так, а куда мне надо-то? Надо найти дорогу наверх. Ну, нашел. Что дальше-то? А, надо туда еще наверхе. Блин. Ага, вот она где. Штука-то. А я-то ее сразу и не заметил. Кто? Где? Покажи. Да он меня заел, блин, слышишь, я тебе сейчас молотком по башке дам. Или не дам. Ну ладно, потом тебе дам по башке молотком, если я к тебе попаду. Где ты тут сидишь? Ты тут сидишь? Где ты, чувак? Ха-ха! На тебе, братуха! Так-то! Кто тут еще где-то гранаты кидает? Вы что, вообще тупые? Так, с этим разобрались. Так, тут ништячки нигде не лежат, я ничего не пропустил. А, ладно. Оу, yes. Так, вон наша штука лежит, которую нам надо взять. Оу, блин! А это как это она там так лежит? Ага, вижу, как она там лежит. Тут даже мостик есть. Можно пойти пройти по мостику. Можно не проходить. Так. Интересно. Ладно, пофиг на этот мостик. Так, я взял батарейку. Батарейка — это хорошо. Батарейка — это здорово. Так, побежали сюда. Побежали сюда. Так, тут нифига нет, кстати. Ладно, ставим батарейку. Что надо сделать с этой рукой? Не, ну по-любому ее надо поднять. А, тут даже и огонь есть. Ха-ха! Блин, ну мне это нравится. О, там даже комбо дают. Блин, а так можно довольно долго комбо набирать.
Блин, а они по ком стреляют? Они по руке, что ли, стреляют? На всякий случай тут все сейчас пообстреливаю, что можно. Так, ну вроде бы все. Можем выходить. А, мы сюда в прошлый раз вставляли батарейку, а сейчас мы сюда вставили батарейку. Все, вот в этом-то и разница. Так, где деталь? Ага, вон деталь. Побегли за деталей. Тут ничего нету. Сюда залезть. Блин, ну тут я уже везде походу был. Так, ладно. Тут я походу уже везде был, значит побежали наверх. Так. Отдай кабелю последнюю деталь стража. Или он все-таки кабель? Хм, или кабель. Чё? Stay short fire? Где ты тут? Кто тут стреляет? Я бы на вашем месте вообще не пытался даже стрелять. Ты ж лучше не делай этого, чувак. Я тебе по-хорошему говорю. Это было жестко. Так, так вот, я тут, кажется, что-то видел. Блин, а у меня же еще гранаты есть, надо не забывать ими пользоваться. Хотя мне они, честно говоря, вообще не нравятся. Не люблю я пользоваться гранатами. Мне нравится подойти и дать в дыню. Желательно молотком. Да. Молоток это самое крутое, наверное. Здесь оружие, как по мне. О! Вы типа в этих... Воу-воу-воу! Потише! Потише, чувак! Так, дайте сообразить, что с ним надо делать. Воу-воу-воу! Потише, чувак! Ай, блин! Он не успевает тпхаться. Ай-яй-яй-яй. Блин, вот из-за контратак он порой вместо телепорта проводит контратаку. Ай-яй-яй-яй, полегче, чувак. Ё-моё! Да какая контратака, нафиг! Блин, уйди! Ну нормально, кстати, 20 комбо еще получили. Да телепортируйся оттуда! Блин! Ай, хватит! Ай, больно! Не делай мне больно! Уйди оттуда! Уйди! Уйди! О, жесть! Жесть! Ну лечись! Где там твоя суперская регенерация? Фух! Да уйди! Блин, ну это... Это нифига не круто! О!
О, чувак, теперь там и один на один. Но у тебя нет шансов против меня. Блин, все-таки есть. Ты пыхайся! Надо его бить обычными атаками, а не сильными. Блин, чем он там меня зацепил? Кстати, а как его такое? Блин, он просто бьет по кругу. Блин, вот я вот эту вот атаку путаю, и мне кажется, что он вообще падает. Оу, yes. Так, ну, не получилось из него выбить нормальное комбо, к сожалению. Ну да, да, я такой корявый. Я такой корявый, что у меня не получилось выбить комбо. Только куда идти-то? Ага, сюда идти-то. Или подождите, или я отсюда пришел. Не-не-не, однозначно нам надо сюда. Так, где тут наш кобель? Ага, вон он там сидит, собирает свою штуку. Держи. Wrong franchise, buddy. Wade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my. Great table, thanks for some money. Дэдпул улетел на ботинке. Это здорово. Ой, чуваки, извините. Ну что ж, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.